Всем привет, автомобили с пробегом, Trinity Expert. Давайте посмотрим, что есть из легковушек с пробегом. Это только недавно привезли, еще цена еще формируется, поэтому эта машинка пока без цены. Ну, давайте смотреть с Polo начнем. Итак, Volkswagen Polo, 17 год, 963 тысячи рублей. Бензин 1.6, 110 лошадок, пробег 79 627 километров, механика, привод, понятно, передний. Два владельца по ПТС, без ДТП написано, ПТС оригинал, проведена предпродажка, пробег ниже среднего по рынку. Ну вот, тонировка, штампы и колпаки, такой вот полик. Смотрите, да, рядом Солярис, сразу смотрится так солидно, задок. Ну, как-то вот типа, да, машина такая вроде, а всего-то Солярис. Видите, как дизайн сразу все это дело разруливает. Тоже штампы, колпаки, легкая тонировка, ну, антенны практически одинаковые. Здесь уже стоит автомат. Руль без кожи, без подогрева. Смотрим. И повторитель у нас еще, видите, в крыльях Solaris 2, 20-й год, пробег 68-121, бензин 1.6, 123 лошади, автомат 1 миллион 495 тысяч рублей стоит вот эта машина. Как вам такая цена? Идем дальше. Автомобиль с пробегом Kia Rio. Такой черный классический цвет и тоже штампы и колпаки. Смотрим, 1 миллион 293 тысячи рублей. Автомат, владельцев 2 ПТС, двигатель 1.6, 123 лошади, пробег 90 344 километра. Ну, то есть, вот он, реальный такой натуральный пробег. Машина прошла 8 тысяч, и человек начинает уже думать о том, чтобы ее скинуть. Где-то денег еще подсобрал, или что-то уже вот-вот наклевывается другое, и допустим, все срастается, да? И на пробеге 90 тысяч он ее и скидывает. Прав? Я считаю, что да. Ну, если он может себе купить новую, позволить машину, нафига ему ездить вот на этой и дальше? Вот честно. Ну, не знаю. Еще у нас, смотрите, Solaris 1.6 в белом цвете. Ну, по сравнению с тем, конечно, да. Там уже, видите, как рестайл. Тут еще такой вот, как-то более куцо смотрится, но тоже как бы неплохо, да? Но по сравнению с Camry, конечно, да. Давайте смотреть, сколько стоит Solaris. Пройдем мы тут. Solaris 2, 17 год, 93 557 километров пробег. 1.6, 123 лошади, автомат 1 миллион 295. Ну, вот такие вот цены. Это сразу все под замену, я так понимаю, уже резинки все эти. Ну и тут уже, видите, у нас диски литые стоят. Походу цену принесли. Ну и вот так он смотрится снаружи. Лизонный свет, туманки, все это имеется. Camry. Автомобиль с пробегом. 16-й год. 1 миллион 995 тысяч рублей. Привод передний, автомат. Один владелец, 181 лошадь, двигатель бензин 2,5 литра. Пробег 213 529 километров. Один владелец по ПТС, оригинальный ПТС, бережная эксплуатация, второй комплект колес, комплектация престиж. Ну вот, подарив лобовухи, и тут автомат, да, все это имеется. Давайте посмотрим, что здесь. Хром на ручках, антенна, ну седан такого класса. И классический такой черный цвет. Largus. Легкая тонировка с рейлингами. Литые диски присутствуют. У нас это Largus Cross. Датчики парковки сзади имеются. Барабаны и тормоза. Ветровики стоят. Ну, естественно, что здесь механика. Смотрим.
Лада Ларгус Кросс, 19 год, 1 155 000 рублей. Механика, два владельца ППТС, двигатель бензин 1.6, 106 лошадок, пробег 75 371 километр. Оригинальный ПТС без ДТП, кузовные элементы в заводском окрасе, техническая часть без замечаний, бережная эксплуатация. Ну, вот такой вот перечень данных. Ну и кому интересно, почитайте, что здесь еще имеется из опций. Такой вот Ларгус за 1 155 000. Ну, а пробег сколько? 75 тысяч, да? Ну, то есть вот. Ну что, идемте посмотрим, сколько стоит этот вот Шевроле. Видите, цена уже все сформировалась, принесли. Вот, Шевроле Спарк, 11 год, 535 тысяч рублей. Механика, три владельца ППТС, двигатель бензин, 1.6 литра, 67 лошадок, пробег 160 121 километр. То есть вот этот малыш после трех владельцев имеет пробег 160 тысяч. Ну, честно говоря, не знаю. Все-таки пробег уже такой приличный, как считаете? Вот такие дела. Поэтому что говорить, у каждого свое понимание, когда машину продавать. У всех разный доход, поэтому кто-то катается больше на машине, кто-то меньше. Ну и вообще 5-6 лет, и уже бывает по одному, а то и два рестайла уже вот у машины. И как бы уже это начинается опять же, плюс это маркетинг работает. Да что я буду ездить на машине уже на такой старый, бла-бла-бла. А с другой стороны, за ней не ухаживаю, все равно руль трется, пластик где-то там царапается, ну и так далее, и так далее. То все равно это все как бы теряет такой внешний привлекательный вид, но не знаю. Вы знали, что на Автоспот можно не только найти лучшие приложения по стоимости ТО, но и посмотреть рейтинг сервиса и отзывы реальных клиентов? Поэтому, если вам нужно пройти ТО, сделать диагностику или ремонт автомобиля, как у официальных дилеров, так и в независимых проверенных автосервисах, то вам на автоспот.ру. Экономия на плановом ТО может составить до 10 тысяч рублей, а, например, при замене масла до 4 тысяч рублей. И при этом на сайте всегда есть секретные акции и спецпредложения. Разумеется, есть и предложения на новые автомобили от новых дилеров со скидками даже за наличные. Ссылку оставил в описании. Лада Гранта, 17 год. Механика, 87 лошадок, 1.6 движок, пробег 59 021 километр. Вот такой вот ресурс. Автомобили с пробегом. Калина. Калина Кросс, 16 год. Механика, также 87 лошадей, 1.6. Пробег 76 546. Ну, то есть, да, вот смотрите, коробки, движки, я не знаю, одинаковые стоят или что-то еще. Но вот вам что больше нравится внешне, Калина или вот это, или Гранта? Как по мне, так вот это как-то более оригинально смотрится, согласитесь. Вообще, конечно, странное вот это вот решение было, да, вылез вот эти, ну, девятки, там все такое, эти там 99-е, потом же Приора, считалось, что отличная машина, взяли, переделали, типа сделали и лучше, да, вот Гранту. Где Приора и где эта машина? Нет, вот, блин, завод посчитал, что надо теперь вот так сделать, и сделали машину еще хуже. Хрен пойми, что такое, как вот, кто это все этим руководит. Веста, смотрим. Шипованная резина, вот опять же, да, спросят, а что, типа, это лень? Представьте себе, да, что сейчас вот тепло настало, и как бы что, машина вот им, видимо, пришла вот с такой резиной. Это теперь надо, чтобы человек пришел, правильно, потерял это время, завел машину и поехал туда, чтобы на подъемнике сняли эти колеса, да, поставили другие. То есть это нужно время потратить, бензин потратить, да, электроэнергию поднять, опустить, бла-бла-бла, и чтобы вот потом сюда еще приехать. Ну, то есть, а машин, смотрите, таких много. А если где-то еще когда будет машина или и так далее. То есть, это тоже все стоит денег, и поэтому все считается, правильно? То есть, машину привезли, есть ли смысл все гонять туда-сюда? Нет. Посчитали, что вот пусть она стоит вот так, и пофиг на какой резине. А человек придет, тогда уже все это дело быстренько поменяет. Ну, как-то вот так. Привод передний, подарев лобух, имеется. Механика, один владелец.
106 лошадок и 1.6 движок. Пробег 18 501 километр. 1 463 000 стоит вот эта машинка. Антенна Акулий Планик. Рейлинги, тонировка уже. Видим, зимние резины тоже есть. Это, по-моему, и летние уже должна быть. Имеется подлокотник. Большой экран мультимедиа и так далее. Подрев сидений. Ну вот так все это смотрится. Тоже намыть, надраить ее. Еще Солярис. Двигатель 1.6, датчики парковки сзади, тонировочка. И на автомате уже имеется подогрев руля. Но судя по коже, какой-то он аж блестящий такой. Ручку уже прошла эта машина. Солярис 2, 19 года, 70 тысяч пробег. 1.6 двигатель, стволовая лошадь, автомат. 1 395 000 рублей. 70 тысяч пробега. Ну, как бы... Не знаю. Фары у нас, видите, самые такие простенькие. Ну, цвет такой прикольный. И внешне так вроде тоже, да? Никаких эксцессов ничего нету. Штампы, колпаки, резина Кумха стоит. Брызгалички спереди, сзади такие имеются. X-Ray. Смотрим. Лада X-Ray, 20-й год, 1 035 000. Механика, один владелец, 106 лошадок. Пробег 47 345 километров. Вот, почитайте. Ну, ручки не цвет кузова. Видимо, совсем самая такая дешевенькая, да. Комплектация была, как дилер поставил эту магнитолку, так человек и ездил, и не трогал. Ну, честно говоря, например, мне не по кайфу купить вот дешевую машину и потом что-то в ней там дорабатывать, да, что-то там по всем этим сайтам лазить, типа искать там китайскую башку, чтобы поставить туда большой экран. То есть у вас получается машина, вы понимаете, что она без каких-то многих опций, зато у вас такая голова, да, и чего такого. Ну, как-то вот, честно говоря, мне такой подход не очень нравится. Kia Rio X. Не X-Line, а уже именно Rio X. Это уже вот из последних, которые шли уже обновленные. Цвет такой прикольный. И задок, как монеты, несколько перегруженный. Куча таких всяких линий каких-то там. Этажность туда-сюда. Вот это вот. Ну, по-своему, может быть, дизайнеры и правы были. Не знаю, не мне судить. Хром только снизу. Автомат у нас имеется. Руль с подогревом, смотрим. Повторители поворотов в зеркалах. Rio X 1.6, 123 лошади, 21 год. Пробег 24 929 километров. Еще даже на гарантии. А нет, пардон. 15.09, все, гарантия закончилась. Так, где же он стоялся? Это еще все это расписано. Ну, автомат. Подогрев руля, все такое, 1 895 000 рублей. Вот за эту машину просят, да? И пробег 25 000 практически. Ну что, пробег-то совсем детский, как считаете? Вот у нас хендайчик i20, 10-й год, 695 000 рублей. Автомат, три владельца по ПТС, 100 лошадок, 1.4 движок, пробег 139 713 километров. Такая вот машинка. Как вам? Штампы и колпаки. А, кстати, у Рио желе литье стоит. Ну и вот. Renault Stepway. Штампы и колпаки. 993 000 рублей, 20-й год. Привод передний, автомат 1.6, 102 лошади. И пробег 163 287 километров. Такая вот машина. Белая сеть. И вот еще у нас только малыш. Kia Picanto. 14-й год. 875 000 рублей. Привод передний, автомат 1.2 движок. 85 лошадок, пробег 88 890 километров. Один владелец по ПТС.
Ну, вот такая вот машинка. Купить, чтобы человек поучился ездить немного, да? Штампы стоят, как видите. Ну, вот такая вот. Ну, тоже вроде как не особо упыханная. Салончик чистенький, все. Автоматик. Вот такие машины. Пишите, комментируйте, подписывайтесь. Всем пока, счастливо.